Добрый день! Сегодня я вам расскажу про фиточай «Мудрость природы» – клюква и гранат, в состав которого входит смесь сушеных измельченных фруктов, плодов, ягод с соком, лепестки гибискуса, яблоки, черная смородина, черноплодная рябина, клюква, ягоды малины, черные бузины, сок из плодов черноплодной рябины, гранат, аромат клюквы и гранат. Это чай фруктовый, ягоды клюквы и спелый гранат – без консервантов, красителей без ГМО. Это источник природной красоты и силы, магия качественных натуральных тушистых трав. Фиточай упакован в красочную картонную коробочку и разделен на 20 больших круглых пакетиков для удобного заваривания. Пакетики дополнительно упакованы в оригинальную бумажную упаковку для надежного сохранения свежести продукта. Способ применения. Положите в чашку или чайник для заваривания один пакетик фиточая в расчете на один прием. Залейте кипятком питьевой воды, примерно 250 мл, и настаивайте 5-8 минут. Подсластить можете по вкусу. Храните в сухом месте при относительной влажности не более 75% и температуре от 5 до 25 градусов по Цельсию. Оберегайте упаковку от воздействия прямых солнечных лучей. Спасибо за просмотр! И будьте здоровы! Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях под видео. Понравилось видео, ставьте лайк. Подпишись на канал, и твоя аптека всегда будет под рукой.